Приветствую! С вами Елена Литвиненко. Как вы знаете, я создатель, ведущий тренер обучающего интернет-проекта «Ветер перемен». Я очень рада, что вы смотрите это видео, потому что я действительно долго думала, какие дать вам дополнительные задания при подготовке к нашему предстоящему обучающему интенсиву. Все три задания будут связаны с налаживанием коммуникаций, то есть умением эффективно общаться. И первое из них назовем уровень валентности. Вы знаете, вероятнее всего, откуда к нам пришло слово «валентность». В данный момент его в наибольшей степени используют в химии, как химический термин. И обозначает оно способность элемента создавать связи вокруг себя. Улавливаете, да, аналогию? То есть в данном случае вы попробуете оценить собственный уровень валентности, при этом опираясь на то, каким образом вы определяете уровень валентности других людей. То есть как эти люди, собственно говоря, чисто визуально, по каким-то признакам, по каким-то приметам притягивают к себе. То есть вы понимаете, что человек высоковалентный. Как вы думаете, если человек низкой валентности попытается установить какие-то связи с человеком низкой валентности, что из этого получится? Ну, вряд ли получится хорошее, эффективное общение, правда? Но если человек с низкой валентностью попробует наладить какие-то контакты, взаимодействие с человеком высокой валентности, то, скорее всего, ему это успешно удастся. В чем заключается задание? Вы вспомните из своей жизни, а я вам сейчас дам какой-то пример, такие ситуации, когда вы были вынуждены обратиться к какому-то другому человеку с просьбой или с вопросом, и вы выбрали из какого-то числа людей именно этого человека. Почему вы выбрали именно его? Вспомните, по каким признакам вы выбираете человека, с которым можно было бы легко наладить контакт. Ну, скажем, ситуация такая, ситуация А, к примеру. Вы стоите на остановке в незнакомом городе, и вам нужно узнать, какой именно вид транспорта вас может довести в то место, которое вам нужно. Вы знаете название, но не знаете, как туда добраться. На остановке стоит примерно человек 10-20 людей. Они все тоже покорно, как и вы, ждут какого-нибудь вида транспорта. К кому из людей вы обратитесь? Вспомните. Как вы думаете, кто вас не отошьет? Кто с пониманием, отзывчиво отнесется к вашей просьбе? Как вы этого человека будете выбирать? И я вам даю задание. Подумайте, какие 5 качеств внешних, качеств, либо поведенческих качеств, либо что-то такое вот в мимике, какие-то еще другие характеристики. 5. Не буду вас сильно утруждать, 10 это многовато, но 5 признаков определите для себя. Создаете вот такую вот шкалу от 1 до 5 и самого себя по этим же самым признакам оцениваете. Ситуация вторая. Вы оказались, например, ну вы же член какого-нибудь коллектива, например, я не знаю, или были членом какого-то коллектива, группа в учебном заведении, класс в школе, да, либо сейчас у вас есть какой-то коллектив, либо вы оказались членом какого-либо временного коллектива, ну скажем, туристической группы. И вы, естественно, тоже этих людей, что называется, немножечко знаете.
всех этих людей. И вот вы оказываетесь в какой-то ситуации, кому из них вы обратитесь, например, с деликатной просьбой подсказать вам, где находится кабинет 2.0. Как вы будете выбирать этого человека? Каков ваш выбор? На основании каких критериев вы выбираете того человека, который, скорее всего, по вашему мнению, отнесет с пониманием к вашей просьбе и ответит вам, пойдет на контакт. Итак, это ваш уровень валентности, уровень умения создавать вокруг себя какие-либо контакты. Определите его от 1 до 5. Когда вы определите на основании этих двух вымышленных, либо извлеченных из памяти ситуаций, напишите об этом в комментариях. Выполнил, считаю, что у меня вот такой-то уровень валентности. Ну и дальше на нашем онлайн-интенсиве мы с вами логически проанализируем эту ситуацию, и вы получите некоторые рекомендации. Приступайте к выполнению этого несложного, но достаточно ответственного задания. До встречи онлайн!